Привет, друзья! Сегодня мы снова будем говорить о поливе. Для тех, кто не вникает во внутреннюю жизнь канала, не читает комментарии, а просто хочет узнать ответ на вопрос, как и когда правильно поливать орхидеи, можете пройти сразу на минуту, я напишу на какую, на экране, потому что озвучиваю я свои мысли ранее, чем сделаю видеокартинку. Для тех, кто читает и хочет понять, как я пришла к той мысли, что видео нужно повторить, я начну сейчас свой рассказ. Думается мне, что видео не будет быстрым, поэтому можете запастись вкусняшками, вкусным чаем, вкусными плюшками и послушать меня внимательно. На экране будут комментарии, на которые я в свое время отвечала и к которым вынуждена возвращаться. Почему? Все расскажу и объясню. А не давал мне покоя комментарий Светланы Полиенко, в котором она написала: «Надо научить нас, новичков, думать, а не механически принимать ваш опыт, потому что страна наша большая и климат в ней разный. Я не беру крайностью, но средняя полоса и, например, Волгоград – уже разница большая». Этот разговор в комментариях состоялся один месяц назад, и тогда, месяц назад, я ответила: «Светлана, научить человека думать невозможно, он либо думает сам от рождения, либо нет». На что Светлана мне ответила: «Научить думать, наверное, нельзя, но дать принципы ухода, его логику можно, тем более с вашей профессией». Дать логику, и вот эта самая логика для меня, человека суперлогичного, не давала мне покоя весь месяц, и я пыталась найти алгоритм, как донести эту возможность правильного полива для людей. Настолько не давала покоя, что я обратилась к одному человеку, совершенно не связанному с орхидеями, с вопросом, а можно ли научить думать других людей? И тогда я получила ответ: да, человека можно научить думать, но это непросто. И вот я все пытаюсь научить думать и даже сделала видео о поливе, а вопросы продолжаются. У меня вопрос вот какой: у вас все на фитилях, то есть увлажнение легкое практически постоянно снизу идет. А как при этом понять, что пора душевать? Мы же с ним полностью снова проливаем субстрат, а фитиль гонит и гонит воду снизу. Слишком много воды не будет, учитывая, что даже солнце, устьица раскрыты и так далее. А ведь и у этого вопроса логики не отнять. Как же так? Почему одни растения мы заливаем, а другие на фитиле душуем, еще и поливаем замачиванием, а им все нипочем? Уже тогда у меня начала формироваться логическая цепочка. И совершеннейшим лейтмотивом сегодняшнего видео было сообщение 16 часов назад. Больше всего нравится, что с биологией дружно, нет бредовых маразмов, которые, к сожалению, так часто сопровождают орхоблогерство и которыми грешат многие орхогуру, типа: «Верьте мне, я использовала эту волшебную присыпку, пересадку, удобрялку, и корни поперли, цветы расцвели, на небе радуга появилась». Вот прям аж трясет от такого. Фу, такой быть! Первое видео, которое я посмотрела на вашем канале, про фотосинтез орхидей, и сразу подписалась, потому что поняла, что тут маразмов не будет. И продолжение: да-да, брызните, свистните, топните, хлопните, и все заколосится, и удои повысятся, и закрома наполнится до отказа. Друзья, нет маразма. Сегодня мы будем пробовать разбирать, пусть не все, но многие моменты рекомендаций, как рекомендуют нам поливать орхидеи, почему именно такие рекомендации встречаются даже у производителя, почему нам эти рекомендации чаще всего не подходят и как подобрать
полив для своей орхидеи, если мы живем на крайнем севере или на солнечном юге. Как часто вы обращались за советом к знающему человеку, пытаясь понять, как правильно поливать орхидею, и слышали в ответ: «Да откуда же мне знать? Все зависит от ваших условий». Действительно, все мы живем в разных условиях. Кто-то в жарких и сухих, кто-то в темных, сырых и влажных. Но тем не менее и одним, и другим поливать орхидеи надо. Кто подскажет нам, как и когда это делать? Ориентироваться ли на светлость, серебристость или белизну корней? Или ориентироваться на тяжесть горшка? На что в конце концов ориентироваться, чтобы понять, когда и как поливать орхидеи? И вот тут начинается самая интересная часть моего повествования. Мы опять вернемся к тому, что орхидеи разговаривают с нами каждую минуту, и каждую минуту нашего внимания к ним они пытаются нам что-то рассказать. В том числе они нам говорят, когда и сколько их нужно поливать. Только мы не всегда можем их понять. А сегодня мы будем заниматься именно тем, что будем понимать наши любимые орхидеи. Что нам для этого нужно? Для этого мы вернемся к недавно пройденному материалу, а именно вспомним про три основные стадии активности орхидей. Первая стадия – это минимальная активность, когда у орхидеи растут только корни. Вторая стадия – это средняя активность, когда у растения созданы такие условия, при которых она может наращивать и корни, и листья. И третья стадия – это максимальная активность, когда растение полно сил, у него достаточно строительного материала для наращивания и корней, и листьев, и рост цветоносов, дальнейшее цветение. И вот мы принесли вновь купленное растение из магазина и посмотрели на него, что у этого растения растет, какая у него стадия активности. Мы видим, что корни не растут, листья не растут, растение находится в состоянии внутри себя. Активности у растения нет. Что мы делаем в это время? Как мы поливаем растение? Даем ли мы ему много воды? И зачем мы это делаем? Ответ на этот вопрос следующий. В это время, когда у растения нет никакой активности, мы растение сильно не поливаем. Никаких замачиваний, душеваний и большого количества воды. В это время растению оказываются только поддерживающие мероприятия. Это адаптационный момент растения в ваших домашних условиях. Поливаем микрополивом по стенкам горшка в микродозах. Тот же самый полив касается растений, которые мы получаем в маленьком размере 1,7, 2,5 при адаптации их к нашим условиям. Растений маленьких, больных, реанимационных, всех растений во время адаптации, а также во время болезни. По чуть-чуть микродозами, часто не допуская застаивания воды внизу горшка. До каких пор мы будем поливать растения таким образом? Ровно до тех пор, пока мы не увидим, что у растения появилась хоть какая-то активность. До тех пор, пока растение не вступит в первую или в минимальную стадию активности. То есть до того момента, как у него что-то начнет расти.
Это может быть корневой рост, а может начать расти листик из центра розетки. До тех пор поливаем микрополивом, и вот растение приступает к первой стадии активности. И вот наступает долгожданный момент, когда у растения что-то начинает расти. Это могут быть корни, как я уже сказала, это может быть листик из центра розетки. Тем не менее, мы получили первую стадию активности, у растения начало расти что-то одно. Как мы начинаем изменять способ полива? Как мы начинаем поливать растения в этой стадии активности? Мы применяем метод пролива, то есть микрополив или капельный полив. Мы заменяем уже более объемным поливом с помощью любой леечки, графинчика. Это уже не микрополив, а достаточно хороший и правильный полив, но без замачивания. Вода проходит по стенке горшка, особенно если в этом горшке у вас есть торф-стакан, то проливаем по стенке горшка, вода сливается в поддон, какое-то время там находится, но не длительное время, а затем сливается. Таким способом мы поливаем растения в минимальной активности. Если же вы по моей рекомендации пересадили растение сразу в момент приобретения и посадили его на фитиль, то в стадии микрополива фитиль как раз таки готовился к употреблению, и в стадии минимальной активности он закончил приготовление к дальнейшему использованию. И вот после того, как вы какое-то время поливаете растение проливом, фитиль в это время готовится к постоянному использованию, а вы продолжаете наблюдать за растением и слушаете, что оно вам говорит. И вот растение говорит, что переходит ко второй стадии развития. И вы видите, что помимо корневого роста у растения появляется молодой листик. Или же после появления листика растение активно начинает наращивать корни. В такой второй стадии активности растения его вполне уже можно помещать на фитиль. То есть вниз горшка мы добавляем какое-то энное количество воды, которое постоянно там присутствует. И в этот момент, когда строительного материала растению нужно все больше и больше, фитиль начинает постоянно подавать растению воду. Следует отметить, что некоторой категории растений такого полива хватает и достаточно навсегда. То есть некоторые растения готовы расти на фитиле сколь угодно длительное количество времени, прекрасно себя чувствуют и никакого другого внимания к себе не требуют. Но случаются и совершенно другие ситуации. Как часто вы встречали, что ваше растение выпустило цветонос, сформировало на нем бутоны, а затем бутоны отсохли? Или же растение их распустило, но очень быстро засушило? Что это значит? И каков должен быть полив на следующей высшей степени активности растения? Высшая степень активности – это когда у растения растет абсолютно все. Растут корни, растут листья, может быть даже сразу два, растет цветонос или же растение активно цветет. В этой ситуации многим растениям необходим другой способ полива, а именно полив с замачиванием, чтобы растение могло напитать все свои корни, от самых верхних, которые только отходят от шеи растения, и до нижних корней, которые в субстрате, которые доросли уже до дна горшочка. Запомните, пожалуйста, друзья, если ваше растение активно цветет, то есть на нем более 20, а то и 30 цветов, как в моем случае,
Растения в эти моменты нужно очень активно поливать для сохранения свежести цветов, чтобы растение не отсушило. Очень часто можно слышать, растение сформировало 10 цветов, они продержались какое-то время, растение начало наращивать новые бутоны, но прежний, к сожалению, засушило. Что это значит? О чем говорит вам растение? Оно говорит лишь о том, что для формирования новых бутонов той воды, которую вы ему давали, было недостаточно. И поэтому растение забрало эту самую необходимую воду из прежних цветов, отсушив их. Если вы хотите шикарного, обильного цветения, для того, чтобы и старые распущенные цветы держались, и новые бутоны раскрывались, давайте своему растению в этой стадии развития еще больше воды. Поливайте замачиванием, оставляйте в воде, в чаше с водой на более длительное время, и будет растению счастье. Запомните, пожалуйста, друзья, если ваше растение активно цветет, то есть на нем более 20, а то и 30 цветов, как в моем случае, растения в эти моменты нужно очень активно поливать для сохранения свежести цветов, чтобы растение не отсушило. Очень часто можно слышать, растение сформировало 10 цветов, они продержались какое-то время, растение начало наращивать новые бутоны, но прежний, к сожалению, засушило. Что это значит? О чем говорит вам растение? Оно говорит лишь о том, что для формирования новых бутонов той воды, которую вы ему давали, было недостаточно. И поэтому растение забрало эту самую необходимую воду из прежних цветов, отсушив их. Если вы хотите шикарного, обильного цветения, для того, чтобы и старые распущенные цветы держались, и новые бутоны раскрывались, давайте своему растению в этой стадии развития еще больше воды. Поливайте замачиванием, оставляйте в воде, в чаше с водой на более длительное время, и будет растению счастье. В это же время, в этой же высшей стадии развития активности растения, вы можете заменить полив замачиванием, душеванием. А можно сделать это не вместо, а вместе. То есть сначала замочить растение, хорошо пропитав его корневую систему, а затем под душем хорошо промыть листовые пластины растения, тем самым очистив устьица для дыхания растения и раскрыв их. Я уже говорила, повторю еще раз, при попадании капель воды на тыльную сторону листа растения автоматически раскрываются устьица, которыми растение дышит, и даже в дневное время начинается фотосинтез растения, то есть поглощение углекислого газа и преобразование его в строительный материал, то есть в клетки растения начинается активный рост клеток корней, клеток листьев и клеток цветоносов. Еще раз повторюсь, что в высшей стадии активности растения залить его практически невозможно. То есть, если вы любите поливать растения, единственное, что вам нужно сделать, это создать условия для круглосуточного фотосинтеза ваших орхидей. Как это сделать? Рассказано в видео о фотосинтезе. Здесь я только повторюсь, что всего три основные составляющие нужны для запуска этого процесса. Это правильное освещение, правильные температуры и правильный полив. То есть это три основные составляющие для круглосуточной работы вашей орхидеи. Работы по производству клеток корней, клеток листьев и клеток цветоносов. И вот тогда вы забудете о всех шаманских словах,
танцах с бубнами и прочими проявлениями ваших тревог по отношению к вашим орхидеям. Орхидея все будет делать сама. Круглогодично растить корни, растить листья, растить цветоносы и цвести. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. А теперь резюмируем, подводим итог супер кратко. Если у растения не растет ничего, поливаем микро и редко. Если у растения растет что-то одно, полив чуть увеличиваем, поливаем по краю горшка проливом. Если у растения растет чего-то два, то есть корни и листья, полив еще увеличиваем. Допускается постановка на фитиль и полив замачивания. Если у растения растет абсолютно все, корни, листья, цветоносы, к поливу замачивания можно добавить фитиль, можно добавить душевание, можно объединить все это вместе, потому что в этот момент растению нужно максимальное количество воды. Если вдруг при всем при этом орхидея продолжает взывать к вам о помощи в виде скручивания листьев в рог, в двойное складывание листа кверху или к низу, полив замачиванием растягиваем во времени. То есть, если раньше вы замачивали растение 10 минут, то теперь замачиваем его 30 минут. Допускается время замачивания до часа. Значит, растение очень сильно обильно пьющее. К таким растениям относится дикий кот. К таким растениям относится шиллериана, стертиана. Растения поглощают очень много воды. И в случае, если вы этим растениям не даете то количество воды, которое им нужно, они у вас просто не будут развиваться. Ни цвет корней в посадке, ни легкость горшка должны быть основополагающими в вопросах полива. Иногда на корни в посадке садятся водоросли, и они всегда имеют зеленый цвет. Главным здесь является стадия активности растения. Прежде всего, взгляните на свое растение. Если у него ничего не растет, полив минимален. Если у него растет все, корни, листья, цветоносы и растение цветет, полив максимален. Здесь в поливе вы не ошибетесь. Вы можете поливать растения хоть каждый день. И во вред ему это не будет. Надеюсь, друзья, этот алгоритм будет понятен всем и каждому. Я очень надеюсь на обратную связь в комментариях. Пожалуйста, расскажите мне все. Понятно на этот раз? Я изложила материал. Больше вопросы о поливе возникать не будут. Я очень надеюсь на ваш отклик. И на этом, друзья, я буду завершать свой сегодняшний рассказ. И хочу попросить вас поставить пальчик вверх под видео, подписаться на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.